Главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов отправлен в отставку. Об этом журналистам телеканала «Волгоград-1» сообщили в пресс-службе «Сине-голубых». Стороны расстались по взаимному согласию. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Файзулин. Безусловно, главной причиной отставки специалиста стали неудачные результаты «Ротора» в этом сезоне. Команда три раза сыграла в ничью и потерпела одно поражение, не одержав при этом ни одной победы. Игорь Ячменев, телеканал «Волгоград-1».